Когда я тебя людям представляю, смотри им в глаза. Может, не надо меня представлять как мой сын, бумагоморатель. Тебе не нужно мое одобрение. Одобрение нужно всем, Джо. Алло. Здравствуйте, вы мистер Каслман? Погодите, жена вторую трубку возьмет. Алло, вы меня слышите? Для меня большая честь сообщить вам, мистер Каслман, что вы удостоены Нобелевской премии по литературе. Скажи мне, что это не чей-то глупый розыгрыш? Это не розыгрыш, дорогой. Дыши. Ага. Ага. Добро пожаловать в Стокгольм. Мы безгранично рады вас видеть. Я читал ваши рассказы в студенческой газете. Они великолепны. Джо был очень требовательным учителем. Он советовал вам продолжать писать? Писатель всегда стремится поведать что-то личное. Вы пишете неплохо, но отстраненно. Персонажи и должны быть отстраненными, особенно мать. Жена у меня, слава богу, не пишет, иначе я бы погряз в творческом кризисе. Даже не мечтай получить их одобрение. Чё? Мужчин. Это они решают, кого стоит воспринимать всерьез. Писатель должен писать. Писателя должны читать, милая. По мотивам бестселлера Мег Уоллицер. Я знаю, что Джо много раз оступался. Причина его неверности не в вас, а в глубоком комплексе неполноценности. Гленн Клоуз неподражаема. Не стоит делать из меня жертву. Я намного интереснее. Одна из самых сложных ее ролей. Слушай, когда я с тобой разговариваю! Я больше так и не могу. Я не стану и дальше терпеть унижение. Превосходный фильм. Что мы делаем? Джон, мы неплохие люди. Мне кажется, вам опостыли. Джо Каслман. Позвольте искренне поздравить вас от лица Шведской Академии. Вы совершили революцию в прозе. Расскажите о себе. Вы работаете? Да. И кем же? Я делатель королей. Жена.